первая составляют. Может быть, связано с тем, что он не так больно бьется, когда летит с броска, и детям не так страшно его ловить, как обруч или булаву, например. Дина Агишева из Беларуси завершает этот финал. Будем болеть за Дину вместе. Мне кажется, это упражнение, этот образ ей так подходит. Очень подходит, согласна. И очень высокий темп у этого упражнения. Постоянно в движении предмет, постоянно что-то Дина делала. Очень сложное упражнение. Напомню, что у юниорок, несмотря на то, что элементов тела меньше, но оценка набирается и у взрослых, и у юниорок именно предметом, трудностью предмета. И здесь в этом плане, конечно, и Дина, и ее тренер очень постарались. Хотя и по элементам тела тоже мы вот видели Трулян, который не очень часто сейчас встретишь в современной гимнастике, и боковое равновесие. Поворот фуэте нам повторяют, тоже очень хорошо выполнен. В этом плане скажу, что обязательно должна быть работа с предметом каждые два поворота. Нельзя просто взять скакалочку и крутить фуэте. Обязательно любой элемент тела должен быть скоординирован с предметом, и в этом и заключается, собственно, сложность художественной гимнастики.